вот тут у нас целый день стреляет, нахуй. Очень спокойно было. Сейчас целый день опять стреляет. Они же правильно мамке вчера звонила, она говорит, они же хотят сюда на Запорожье. Здесь же черноземная земля, здесь хлеб, пшеница, вот, блядь. Тут ее много, на полях она до сих пор стоит, не убрата. Ну, пока мы здесь, еще ничего, блядь. Сегодня на груди. Все спокойно, блядь. Вот стреляют наши со всех орудий, с чего только можно, в разных направлениях. Вы тут, блядь, сами как в окружении, блядь. Эти пиздец. Вон, и туда, и сзади, блядь, куда-то долбят, и вперед, и в бок, блядь. Со всех сторон стреляют. Тут все согласны, все деньги нахуй отдать нахуй домой. Да правильно. Тут а делать не никто не отпустит, блядь. Ну конечно, никто, блядь. Мы, они нас не трогают, что нас трогать? У нас тут взводик маленький, с нас толку нету никакого. У нас ни техники, тут ничего нету. Че мы им противопоставим? Ничего. Они снаряды на нас не переводят. А потом, если надо, будет заебашут за один раз еще. Автоматы. Да, еще автоматы, я говорю, они ж повыдавали нам старье все старое, блин. Другие подразделения у них новые, блин. А у нас все старое, там половина клинит, блин.